Такие инструктажи у нас в городе проходят один раз в квартал. Это делается для того, чтобы наши граждане знали, что все-таки полиция для них доступна. Мы всегда рады принять, выслушать, подсказать в каких-то вопросах. И самое главное – это охрана общественного порядка, недопущение правонарушений, как преступлений. И основа – это недопущение террористических преступлений в связи с тем, что у нас в городе многоэтажные дома, и граждане – просьба гражданам быть бдительным. Во время инструктажа для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и доводится необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид и экипировку сотрудников, осматривают служебные машины. Подобные показательные инструктажи проводятся для того, чтобы жители Десногорска знали, кто охраняет их безопасность на улицах и покой в городе.